Все, бегом туда, на ту. Ну, можете пешком. Кепку. Где твоя кепка? Вон там столовый наш. Второй это есть. Это тебя второй. Да, надо бежать, да? Вот, это у нас мальчишки покупали все, пришли, девочки ушли, сказали им окунуться и назад, а их нету до сих пор. Сейчас будем смотреть, побегут они, не побегут. Вот. О, Никита Андрей забыли. Забыли. Второе забыли. О, иначе он сейчас отдыхает. Жарко. Начинаешь? Все. Ну, мы ударили, но еще девочек нету. А где они? Ну, на купании. Ну, я сказал, там только пупнуть. Ну, я тоже сказал, я тоже сказал. Вставать обедать. Отдохнуть не дадут. Тенечек только прилег. Я сегодня обошел все пруды, все замерили мы. Сейчас мерил здесь. Дело сложное, но сделать можно, если помогать будут. Ой. О, уже пришли хлопцы. А что они обувши почему? Понял. Потому что взрослые обувши. А, дядя Виталий, обувши-то почему? Мы многое теряем, когда обуваемся. Нам погода позволяет. Не туда стали, вот сюда надо идти, вот. Вот где крест у нас, рядом у меня крест. Что-то не видать сестричек-то наших. Не видать. Ну ладно, потом поедим. Господи Боже наш, слава Тебе. Очи всех на Тебя, Господи, уповают, и даешь им пищу в благовремя. Ты знаешь, что Ты щедрую руку исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, освети дары, посылаемые Твоей щедрой рукой, словом истинной молитвы. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Ты только забываешь это еще. А, давай еще. Давай. Тимофей опять кепку одел. Добавлять листья крапивы мыть. Это витамины сплошные. Но я не знал. Стекла всякие. Тут же помойка была, свалка. Тут много стекол попадает. Никогда помойки здесь не могло быть. Здесь люди не жили. Это первое. Ну, мы когда копали, ну, тут что? Полно всего было. Полно всего. Вот сейчас стекло. Вот еще стекло. Люди далеко жили, а потом тут может, делали. Все-таки гребали все. Давайте за стол садись. Перед обедом больше не отпускать. Ладно. Они не умеют рано возвращаться. Никогда больше не пускать их. В этом все. А кто у них старший? Лиза? Да. Ну давайте еще. Пойдем, да я пойду домой. Пусть доготовить надо. Да, вот скажи мне сегодня.